Эй, парень, подкатывай к заводному кролику в Гарлеме. У меня есть одно деликатное дельце. Нужно выплатить один мой должок. Возьми пушку. Когда шевелится зелень, вокруг жужжат мошки. Если понимаешь, о чем я. Где тебя носят? Мне надо бабло подвезти, и прямо сейчас! Зелень в клубах давно упакована, тебя дожидается! Конечно, Слинг, уже еду. Не такие уж и мелкие, Слинг. Ты что, разместил объявление? Кто еще про эти деньги знает? Чувак, мы тебя прикончим. Выкладывай деньги! В этом городе все только и бегают за деньгами. Ты знаешь, зачем мы здесь? У тебя нет выбора, парень. Чувак, я твой должник. Ты спас мою драгоценную черную задницу от больших неприятностей. Доброе утро. Время новостей Нью-Йорка. Главное событие. Президент Картер...
Ты кто, мать твою? Бишоп. Чё ты хочешь? Расслабься, я от Корригана. От кого? Так вот, где ты живешь. Слинк мне все уши прожужжал. Ты знаешь Слинка? Ты должен помочь мне вытащить Кэнди. Что? Я буду на связи. Эй, а кто такой Корриган? Знаешь, что было с парнем, который задавал слишком много вопросов? Нет. Кризис. И еще одно важное событие. Сегодня... Будешь представлять меня на уличных гонках, которые ежегодно устраивают одни мои знакомые. Моя прекрасная Розалита, моя машина. Это и есть моя ставка. Но я не волнуюсь. Ведь ты отыграешь ее. Встречаемся у фарпарка. Старт там. Только не облажайся. Ты должен победить, амиго. Короче, кто первым из вас, засранцев, вернется с Розалитой, тот и победил. И 3, 2, 1, погнали! Отвали, эта машина будет моей! Может, стоило взять что-нибудь побыстрее? Короче... Машина будет моей! Может, стоило взять что-нибудь побыстрее? Thank you.
мексиканца отличный вкус, правда? У тебя нет шансов. Чего же медленная машина? Ну вот, теперь тут и копы. Молодец, парень! С меня причитается! Без проблем. Эй, друг, у меня тут курьер на вертолете с посылкой. Ты должен забрать ее. Подъезжай к заводу в Карме. Ситуация изменилась, парниша. Вертолет был уже в воздухе, когда его засекли. Мой человек занервничал и начал сбрасывать товар. Следуй за вертолетом и собирай то, что будет падать раньше, чем это сделают ребята из полиции. Возьми мотоцикл, придется ездить по бездорожью. Ты еще здесь?
Ситуация изменилась, парниша. Вертолет был уже в воздухе, когда его засекли. Мой человек занервничал и начал сбрасывать товар. Следуй за вертолетом и собирай то, что будет падать раньше, чем это сделают ребята из полиции. Возьми мотоцикл, придется ездить по бездорожью. Ты еще здесь? Вызывайте вертолет!
Спасибо, чувак, это здорово.